Меркурий, 2 августа 2020 года, 4 утра по Киеву. Так, попался, который скрывался. Сейчас влезет в кадр. И отошел, насколько это возможно на балконе сделать. Очень низкие настройки светочувствительности, надеюсь, будет резче видимо. Засвеченный Меркурий. Очень долго за ним охотился. И наконец-то снял. Да. Ну и вон Венера. Давай ее тоже при таких настройках сниму, она тоже будет менее засвечена, более четко прорисована. Обрис ее. И фаза ее будет четче видна. Вы мои красавцы. Сближение Юпитера с Луной снял. На 1,5 градуса парад планет снял. А теперь еще и Меркурий снял. Это, конечно, успех. Так, еще раз наложусь на Меркурий. Долго выловить не мог. Как раз между проводами спрятал. Ну все уже не сбежишь. Просто ты его туда штатив вращаешь, он обратно возвращается. Что такое? Есть какие-то религиозные соображения, а штатива не снимать планету Марс? Марс. Ладушки. 2 августа 2020 года. Харьков. Есть Меркурий, есть Венера. Сейчас попробую еще на других настройках поснимать. Как раз из-за проводов выйдет Меркурий.